Обзор сосны крымской. Сеянцев сосны крымской. В этом ролике. Сосна крымская двухлетка. Мы сейчас разберем ее и посмотрим. Сосна крымская. Двухлетний сеянец. Ну, начнем отсюда. Самый маленький. Вот у нас можно видеть. 10 сантиметров, а так они по 15 сантиметров. Ну, вы можете видеть, что здесь, например, 2 почки, 3 почки. То есть этот сеянец, он, если его пересадить, то он уже вот эти почки даст, и они, поверьте, 30-40 сантиметров за год дают. То есть трехлетка где-то вот такая, где-то сантиметров 40 будет, я вам это гарантирую. Если нормальный уход и полив будет, то есть поливать обязательно и притенять обязательно первый год. Сейчас в осень ее сажать самое хорошее время, поэтому заказывайте у нас на сайте, ссылка будет в описании. Отправляем транспортной компанией СДЭК и Почтой России. Также можно ее взять самовывозом по предварительному звонку. Самовывоз у нас обычно суббота-воскресенье, потому что будние дни мы отправляем посылки. Что еще можно сказать? Ну, сосна крымская очень декоративное дерево. Если ее держать, общипывать, то в таком росте у меня там примерно 20-летний уже. У нее ствол вот такой вот, но она довольно-таки красиво и невысоко растет. А если вы отпустите ее, то тоже будет прекрасно. То есть внизу, если ветки обрезать, то она пышным деревом будет стоять, и под ним можно придавать хорошую тень. И растет она очень быстро. Через 3 года, вот двухлетняя, пятилетка, она будет около вот такая, чуть выше моего роста. То есть очень хорошая для посадок. И крымская, вы видите, можете заметить, какая у нее иголка. Иголка у нее больше, чем у сосны обыкновенной. У сосны обыкновенной иголка меньше. Вот здесь вообще саженцы, которые очень хорошо пошли. Вот это двухлетка. Корневая у нее, сразу говорю, хорошая. Хорошая при выкопке. Когда будем выкапывать, я, конечно же, сниму. Вы видите, да? Вот, если отодвинуть чуть-чуть, вот они, сеянцы. Это все выкапывается, двухлетка, идет на нас минимальная партия. Если сейчас помню, то, по-моему, 50 штук. Ну, на сайте там все написано, обязательно соблюдайте минимальные партии. Потому что я сразу говорю, что заказы с несоблюденными минимальными партиями просто не будут приняты в обработку. На этом все, уважаемые друзья. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Удачи!